Чигиринский хроман, второй прыжок с этой башни. Виды, как всегда, показывают всю прелесть. Вон добряки стоят. В общем, атмосфера благодарственно влияет на ситуацию. Небо шепчет, полет зовет. Вот вертолетика нет, вот это вот засада, вот мировая. Можно сказать, я ради него-то сюда и лез-то. Бой готов? Понимаешь? Вова! Вова, блин, готовность! Все, снимай, Вов! Че, Лекс, на тебя? Ready, set, go! Блин, завалился, пацан! Да я не получилось, меня ветром сносить начал. Я что-то пытался скорректировать полет. Я пытался, а меня все время сворачивало в ту сторону. Я далеко. Он сейчас в лужу посадит. Ох.